Аркадий Михайлович, вот Александр Геннадьевич нам недавно рассказал, почему в городе так много, да, и работ по раскопок разнообразных, да, и рассказал, что... Коллеги, давайте по теме. Да, извините, закончу тогда уже. И скажите, как в ваше время, когда вы руководили городом, были ли такие проблемы, да, и как с ними справлялись, да, когда вот много бумажной работы, а потом все надо за 3 месяца сделать? Ну, это традиционная беда, к сожалению. Сейчас немножко лучше стало с той точки зрения, что выделенные средства, особенно когда выделяются из федерального бюджета, они более-менее рано доходят до конкретного исполнителя. Раньше была еще одна проблема, что выделенные средства из вышестоящих бюджетов, в первую очередь, они доходили к концу осени. Поэтому, к сожалению, проще работать не становится, есть определенные регламенты, которые необходимо выполнять. У нас сезонность работ никто не отменял, и есть работы, которые нужно обязательно вкладывать в летний период. Поэтому я думаю, и сейчас работают точно так же, задействуют ночные смены, задействуют вечерние смены, пытаются сконцентрировать технику на тех направлениях, где это необходимо. Ну, как работали, так, я думаю, сейчас работает наверняка. Мы успеваем закончить объем основным благоустройством до конца октября. У нас есть проблема с подрядчиком, который у нас работает на оперном театре, но там мы ему уже, как говорится, всемерно помогаем. В целом нужно понимать, дорогие друзья, мы увеличили объем благоустройства в 1,5 раза. Это то же самое, что я сегодня прихожу к вашему главному редактору, денег в 1,5 раза больше, нужно в 1,5 раза больше статей. А люди те же, ресурсы те же. Поэтому для того, чтобы система росла с точки зрения освоения, нужны не только деньги, но и потенции подрядчиков, людей, оформленной документации. Поэтому мы сделали большой шаг. Рассчитываем, что гранитные тротуары в городе появятся. Рассчитываем, что мы в следующем году пойдем с вами в центр, чтобы эти гранитные тротуары у нас были к 300-летию по всему городу уже в центральной части. Это большая работа. Я уже пример этот приводил. Когда дома делают ремонт, вы делали ремонт дома? Жили же там. Да. Не всегда удобно, иногда замажешься в чем-то. Но что делать? Такая жизнь. Но если мы хотим, чтобы город был хорошим, современным, то мы должны эти компетенции приобретать. Конечно, нет проблем закатать все тротуары в асфальт. Вот быстро, дешево, ну и вроде как ровненько. Но гранит — это лос города. Нам нужно научиться делать в граните так же, как Питер, так же, как Москва. Это столичность. И нам это необходимо. Поэтому чуть-чуть будет неудобно.